Ребята, сегодня будет необычная серия. Я решил поиграть в Гренни 1.0. Это самая первая версия. Давайте посмотрим, как это будет. Ну, первая версия довольно-таки сложная, ребятки. Она сложнее, чем все остальные. Начинаем. Тут даже уровней нету. То есть мы просто начинаем. Тут, ну, зато очень мало комнат. И, в принципе, вам не составит труда найти все предметы. Проверяем. Но мне кажется, я не справлюсь. Посмотрим. Фу. Так, вы можете писать в комментариях, что тут изменилось. Более светлые комнаты, да, по-моему. Так, смотрим, что у нас здесь. Смотрите, тут сразу ключ можно найти. То есть прям сразу ключ попадается в самом начале. Она тут довольно-таки быстрая. Она уже вышла, подожди, она уже вышла. Я ж забыл, тут нету, ребят, тут просто стена и выхода нету. То есть так просто не обойдешь. Голос. Голос другой у нее. Так, ладно, вылазим. У нее голос более такой приятный. За этой картиной, помните, ребятки? О, нифига себе, она прям тут рядом была. За этой картиной у нас был ну, рычаг, который открывал вот эту комнату. Сейчас его нету. Сейчас можно ее просто уронить. И там просто голая стенка. Да, тварь, блин! Ну что ты? Я думал, ты обойдешь. День-два. Фу, ну что ж. И ключ мы потеряли, там оставили. Теперь дверь закрыта будет на второй день. Ладно, мы это быстро сейчас сделаем. Роняем, берем вазу. Ну, дверь же закрыта, ну-ка. Да, дверь закрыта. Зато тут есть баги. Вообще ее можно застопить, чтобы она ничего тебе не сделала. Но мы не будем это делать. Что она сделала? Она вон она стоит. Зашла такая. Никого не вижу. Что тут было? Шумы какие-то. У меня слух очень хороший. Как она смеется. Блин, ну как я так лоханулся? Хоба телепортировалась. Она в ванной или где? Вон она. Пускай немножко пройдет. Подождем. Ладно. Пол тут пока что нигде не скрипит. Это хорошо. Тут лучше обойти, там вешалка, видели? Смогу ли я эту дверь открыть или нет? Если бы я открыл, было бы здорово. Да что ты опять там делаешь-то? Ты что, специально туда приходишь? Она как будто бы специально вот поставила как приманку для меня, извините. Офигеть! Это реально сложно. Быстро сейчас идем. Дверь уже будет открыта. И я сейчас сильнее хромаю. Мне сейчас сложнее будет от нее убегать. А тут, видите, тоже двери нету. А дверь уже закрыта. То есть 2 дня нам дается. Потом все сложнее и сложнее проходить. Легче тем, то что, ну, ты предметы уже собрал кое-какие. По идее, я нифига не собрал. Хотя начало было хорошее. Мы сразу нашли этот грёбаный ключ! Она что, следит за мной? 4-й день. Офигеть. Я говорю, она сложная. Тут уже в кровавых пятнах все у нас. Как? Как не справляться? Я просто один ключик не могу. Скрипит, потому что я не слышал. Вы издеваетесь? Смотрите, где ключ. Я достану? Благо достаю. Так, прячемся. Она по-любому сейчас там будет. Так просто от нее не сбежишь. Вон она, видите, дубинка. Я так и знал, я тебе уже могу наперед ходы твои приугадать. Как медленно. О, ловушку поставил. Вот ты. Сволочь-то какая. И уходит. Реально, первая часть была очень бомбезная такая. А, ему вот первая часть, первая, это просто бомбануло. Ну, потому что очень сложно, во-первых, проходить. Сейчас немножко пиар ушел.
Я понимаю, да, почему такой пиар был, потому что эта игра очень-очень сложная. Так, нету, да, ее? Вон она, тварь уходит. Тут, в принципе, все легко. Так. А потом зайдем. Где она вообще сейчас может быть? Вот не дай бог, она внизу. Быстро открываем. Переключится с гребаной. Так, смотри, что у нас в гараже. Ну, то есть вниз нельзя спуститься. Видите, тут ничего такого нету. В первой части много багов. Но я не хочу ими пользоваться. Тут нету никакой дырки, тут нету дырки. То есть вообще лафа, по идее, да? Но тут сама Гренни очень такая сложная. Синий ключ, по-моему, отпирает часть замка. Вот эту, по-моему, да? Я предлагаю... Вот так сделаем. Просто пока скинем ключ. Ну, чтобы она отвлеклась. Молоток. Вон красный ключ сразу. Ну, чтобы она ушла сейчас. Так как я хромаю, она реально очень быстро меня догонит. Блин. Блин. Ну что же она скрипит-то? Опять скрипит, ну блин. Ну как ты меня догоняешь-то вообще? Как? Ты бабуля. Пятый день. Офигеть. Жутко сложно. 1.1, блин, намного, намного проще, чем первая часть. Первая часть очень сложная. Очень сложная. Просто жесть, ряд. Даже профессионал не сможет ее пройти так быстро. Так, ну тут единственный шанс просто успеть забежать. Просто успеть! Нет! Нет! Все, она заметила, запалила меня. Вон она стоит. Тварина убивает. Так, ну и финалочка. Вот она меня бросает и сейчас просто добьет. Вот я дурак вообще. Ну, Бяра просто еще тот. В игры вообще не умеешь играть. Зачем ты вообще решился на это снимать? Ни хера ты не умеешь играть. Вообще просто нуб из нубов. Game over. Тебе только легкие игры и подавай, да? Так, опции. Тут же не спрашиваешь ничего. Ну, давайте плей опять попробуем. Если она меня раз убьет, то все. Пропадает весь смысл. Потому что я уже буду хромать, и мне будет сложнее от нее убежать. Нифига себе, она шустрая, она так быстро бегает. Как? Кто вообще проходил первую часть? Это почти нереально. Так, давайте попробуем открыть тут. И, ну, тут сразу ключ. Возможно, предметы также валяются в таком же порядке, как вариант, мне кажется. Может быть, рандомно. Так, ребят, ну что ж, ключ у нас есть. Теперь нам нужно его применить. Нужно не забывать, что тут скрипит пол. Вон идет. Блин, слушайте, ну первая часть довольно-таки сложная. И так-то просто не пройдет. Хотя мы быстренько пробежим, да, и спрячемся от нее. Она даже не поймет. Давайте закроем на всякий случай за собой дверь, чтобы немножко затормозить. Да, ребят, тут также у нас синий ключ. Тут, кстати, тут не шумит, по крайней мере, пол. Тут, можно сказать, мы в безопасности. Так, ладно. Набрать. А, смотрите, она упала. Что, она идет уже? Нет, она даже не заподозрила. То есть смысл будет в том, мы быстро... Ах ты, тварь, смотри, что она сделала! Ёшкин матрёшкин, быстрее, беги, 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 беги! Если она убьет, то смысл, мне кажется, тут лучше с одного раза попробовать пройти. Потому что если она хотя бы один раз тебя поймает, то уже будет сложнее. О, я залысину ее видел. Так, попробуем, ребят. Быстро, 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 быстро. Так, аккуратненько. И
Бегом, 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 бегом отсюда. Главное, чтобы тут ничего не скрипнуло. Ах ты ж. Она что, за мной уже бежит, поди? Так. Это то, что нам нужно. Это то, что нам нужно. Так, давай быстро. Перекусили. Теперь аккуратненько, аккуратненько. Бегом, бегом сюда. Так, все, отлично. Все, мы вырубили. Так, нам нужно теперь молоток найти. Молоток и красный ключ. И все, по идее, смотрите. Молотком мы вот это открываем. А с помощью красного ключа мы уходим. Все, по сути, мы прошли игру. Блин, только эта тварь там ходит. Она по своих капканов понасала. Смотрите, один как попал. Очень опасно. Как-то странно, как в текстурку попал. Он же захлопнется. Блин. А как я освобожусь? Нет, нет. А-а-а. Нифига себе, зачем я... Я знал, что она закроется. Но зачем ты подошел? Ё-моё. Так, ладно, надо подумать, сосредоточиться на молотке. Если у нас будет молоток, то мы пройдем, по сути. Нам останется только ключ красный, и мы сбежим. Блин, как же это сложно, как же это нелегко. Бегом, 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 бегом. Все, сныкались. Отлично. Все-таки первая часть самая бомбезная такая была. В плане, ну, в том плане, то, что, блин, она очень сложная. Так, вон она. Сейчас уйдет. Где может лежать молоток? Он либо на кухне, либо в комнатах. Давайте начнем с комнат. По-моему, он должен быть в комнате быть. Ну там пол скрипит. Блин, она достала меня уже. Ёшкин кот. Ну все, ребят, хана. Тварь. Запалила. Так, предлагаю действовать быстро, так как третий день. Мы быстро берем молоток и сваливаем. Хотя бы дверь нам открыть. По-любому в комнате, по-любому в комнате, ребята. Будем надеяться, что он там. Ах ты ж, блин. Давай, давай, давай. Нихера нету, нифига нету. Все, она сейчас придет. Она слышала скрип. Слушай, ну если тут нет, по-любому, значит, на кухню надо идти. Голос у нее такой более молодой. Это потом уже сделали более старый. Я только вылезу, и она сейчас придет сюда. Отсюда мы не выйдем. Печально. Может, как-то взломать можно? Тут же всякие баги были. Сейчас нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Сами слышали, да, скрип? Прибежал уже так быстро. Он пускай идет. Так, она ушла. Блин, там нет, короче, молотка, нифига нет, мы же смотрели. Раз, два, три капкана сразу. А, она в моей комнате, да? Я боюсь до туда даже добежать. Короче, в ванной тоже ничего нету. Придется подождать. И молиться, чтобы она сюда не зашла. Если зайдет, все, нам хана. Она пошла вниз. Она пошла вниз. А мы что делаем? Быстро, быстро. Я ни хера не вижу. Блин, там что-то было, нет? Нет, по-моему, ничего не было. Все, она бежит за мной. Возьми гребаный молоток. Блин. Он у меня упал, вы сами видели, да? Все, берем молоток. Все, ребят, мы, считай, прошли. Вниз, вниз, вниз. Надо спрятаться от нее. Молоток, там рядом ключ, и все нормально, ребят. Все, мы запалили это. Мы теперь знаем, где... Но зрение у нее так себе.
Уходит, уходит, уходит. Слушай, мне старая версия даже нравится больше. Ну, 1.4 тоже, кстати, классная. Ну, тем, что это самое лучшее мое видео за всю мою карьеру. Тварина! Ах ты ж тварь! Беги, беги, я думал, я погиб. Я думал, я погиб. Офигеть, нифига себе, она так поставила ловушку еще. Сейчас придет сюда. Так, ладно. Я немножко подождал минутку, чтобы она ушла. Тут немножко... Да, блин, ну что ж ты там-то ошиваешься? Увидели, да? Она опять там. Так. Ждем опять. Вон. Заходила сюда. Ждем-с. Ох ты ж тварина-то какая. Смотрите, что она сделала. Капкан поставила. Постараемся выбраться. Ладно. Топаем, топаем, топаем. Что так поставила, вот реально не обойдешь. Блин, ну придется только обезвредить. И свалить отсюда. Она мне просто не дает. Мне всего лишь два действия нужно сделать. И все, и не получается. Мы зависли. Ну, конечно, теперь спускаются. Тебя сюда пойдет, нет? Еб! Офигеть! Стоп, стоп, стоп! Все, мне хана, ребята. Она, кажется, меня сейчас догонит. Ё-моё! Да блин! По ногам просто, по коленкам. Вот... Я в шоке. Четвертый день. 2 дня. Мне надо взять молоток, отколотить эти доски и выбежать отсюда. Все, больше нифига не надо. Какого лешего? Почему так сложно? Она же оттуда пойдет, короче, бежим. Сейчас сюда идет. Быстро, 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 быстро. Взяли молоток, бежим! Догнала, ну как? Ты такая быстрая! Ты же бабушка, блин. Ты не можешь быстро бегать. Ну как так? Там все рядом лежит, я не могу это сделать. Тем более я хромаю, вообще смысла нет. Надо ей просто подождать, чтобы она ушла куда-нибудь. Я нифига не успею. Вот ты просто тварина, наглая тварина, твою, блин. Тут только одна концовка плохая. Ну, музыка прикольная. Слушай, ну придет, мне кажется, в одинаковом, да, порядке. То есть всегда здесь будет ключ. А нет, ряд. Рандомно. Наверху молоток, который мы сейчас возьмем, блин. Если она нас не убьет, потому что это та еще тварь. Тут ключ синий. Давай, быстро, 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 быстро. Так, бежим, там потом посмотрим. Она уже бежит вообще. Почему я такой медленный? Почему я такой медленный? Беги, 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 беги. Нужно закрыть за собой дверь. Все. Так, пока сбежали, одно действие сделали. Синий ключ тоже мы видели. Так, можно посмотреть, куда она идет. Так, подожди, а где? Я уже забыл, где мы видели синий ключ. По-моему, здесь, да? Так, подожди, с какой она стороны пойдет? Она бежит уже сюда, нет? Аккуратненько, она должна зайти. Закрывай, закрывай! Как это вообще получилось?
версия 1.1, 1.0, бесящая версия. Ах ты ж ё... Что это такое? Что это, блин, такое? Черт возьми. Какого лешего ты сюда зашла? Она ушла, нет? Так, вроде ушла. Я видел ее, тварь. Давай. Ключ осталось найти, ключ. Красный ключ. Надо на кухне посмотреть. Но, возможно, бежит за мной, поэтому не отвлекаемся. Микроволновку надо в первую очередь прям открыть. Ах ты ж, блин! Ах ты ж, ёлки-палки! А, не убегу. Чувствую, не убегу, нифига. Да, может быть, повороты меня спасли? Так, смотрим. Второе, что нам нужно будет сделать, ах ты, блин. Так, нужно кругаля навернуть. Тихо, тихо, тихо. Она идет за мной. Я не знаю, как я сбегу. Но она по ногам мне бьет постоянно. Ну как вообще невозможно убежать? Так, ключ, короче, в ванной вообще это легко очень. Это хорошо, что он в ванной. Потом мы заберем. Нам надо перекусить провода и забрать ключ и убежать. В принципе, я думаю, это легко сделать. Если она, конечно, там не стоит за дверью. Первым делом бежим вниз. Даже если она убьет, у нас еще будет время. Так, все взяли. Ждемся. Что-то давно ее не слышно. Надеюсь, ее нету. Надо было сразу тут перекусить. Блин, она вот сейчас точно услышит. Сейчас. Сейчас бежим. Вы видели, как она. А-а-а! Как она быстро подбежала. Просто пуля. Так, уходит. Уходи, бабушка. Она так быстро просто шиманулась, как молодая девочка. Точно какая-то ведьма. Ну почему ты сюда поставил? Ну почему? Я, возможно, сейчас не смогу пройти эту ловушку. Нам самое главное быстренько добежать и просто... Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Все, это все, что нам нужно было сделать. Пофиг, что она меня ударила. Сейчас мы берем ключ и убегаем. Четвертый день, у нас 2 дня есть. У нас просто нужно взять красный ключ и убежать. Это реально элементарно. Я офигею, если я сейчас не пройду. Делаем это очень быстро, потому что ключ в ванной. Возможно, даже стоит подождать. Я правда не знаю. Так, в общем, смотрите. Ключ у нас здесь. Возьмем. Давайте подождем, давайте подождем. Ну его нафиг, да? Ну его нафиг. Так, выходим. По-моему, что-нибудь пойдет не так. Просто выходим, и все, мы все сделали. Отлично. Офигеть. Мы это сделали, мы это прошли. 1.0 очень сложно выполнить. Вот такая вот концовочка, помните, старенькая. И видно весь дом, the end. Ладно, ребятки, с вами был Даридис. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ждем Грэнни 1.6.